Блеск орденов, георгиевские ленточки и цветы. В зале в основном участники войны, труженики тыла, бывшие узники концлагерей, представители ветеранских организаций. Николай Павлович Корнеев на фронт попал в 44-м, служил в ВВС. Сначала летал, был стрелком-радистом. Потом попал в батальон аэродромного обслуживания. Вся фронтовая жизнь прошла на Дальнем Востоке. Наши интересы, они были незыблемы с самого рождение, наверное, России. Мы дышали и надеялись, что мы все это переборем, выживем. В окружной дом офицеров поздравить бойцов бессмертного полка пришли благодарные потомки и товарищи по военному цеху. Спасибо им сказать за то, что они победили этот фашизм, за то, что они отстроили наше государство после разрухи. Огромное сказать спасибо, что я родился, родились мои дети, родились мои внуки. За это им низкий поклон. Российский флаг, знамя победы, минута молчания, дань памяти ушедшим героям и благодарность живым. В этом году тысячи ветеранов Самары получили юбилейные медали. На празднике награды победителям вручил глава администрации Самары Олег Фурсов. В годы войны Куйбышев выполнял особую миссию, став запасной столицей страны. Наши земляки ковали победу на передовой и у заводских станков, в госпиталях и конструкторских бюро. И сегодня, спустя 70 лет, память о тех суровых днях объединяет представителей всех поколений, вдохновляет на добрые дела и свершения. Всего в областной столице проживают более 30 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Городские власти оказывают им всестороннюю поддержку. В этом году социальные выплаты на приобретение жилья получат порядка 70 семей участников войны и около 20 тружеников тыла. Также около 300 ветеранов получат из городского бюджета выплаты на ремонт жилья. Не забывают и о досуге героев. В мае и июне порядка 500 защитников Родины отправятся в круиз по Волге. Алина Чемерис, Максим Гусев, «События».